Привет, дорогие слушатели! Оставьте комментарии, нажми на кнопку «Трудно думать». Молодой человек, который все еще находится в смешанном кругу развлечений, обладает таким незрелым мышлением. На первый взгляд, он маленький, певец, ищет мечты, у которого есть свои убеждения и принципы для своей карьеры. Мир реалистичен, трудно вырваться на свободу и не может измениться. Но в то же время он полон надежд. Я был шокирован, Димаш. Но, увидев это, я пролил слезы, не зная об этом. Возможно, то, что я увидел, не понимает. По-китайски, английский не очень хорош, языковые барьеры очень большие, а культура развлечений между двумя странами еще более различна. У меня есть основания сомневаться в связи и интерпретации брокерской компании и Димаши. Если ваша компания не может гарантировать даже основную личную безопасность, я сомневаюсь в профессионализме Gold Brokers. На рисунке показаны фотографии, сделанные сотрудниками аэропорта при переезде из аэропорта Урумчи в Казахстан. Рисунок фотографии Осинина. Когда он останавливается? Молодежный певец. Он устал от того, какое государство упадет на скамейку в аэропорту независимо от всех изображений. Персонал даже не пошел в салон для него. Изображения произошли до того, как равнодушное отношение, персонал, сотрудниками аэропорта, проверил, прошелся по залу. Говорит заму, версия с инопланетянами даже не рассматривалась. Не найдена. Дорогие слушатели, оставьте комментарии, нажми на кнопку